Конкурс «Самый красивый мальчик России» проходит впервые в этом году. В заветное число полуфиналистов вошел 7-летний житель Звенигорода Константин Баринов. Он представит Подмосковье в финале, где за титул самого красивого мальчика поборются ребята из разных уголков России. Костя активно занимается спортом, имеет опыт съемок в рекламе и профессиональных фотосессиях и является лицом популярного интернет-магазина одежды.